Является ли локдаун лучшим способом борьбы со стороны властей с невидимым врагом? Насколько адекватен угрозе ответ властей? Лаша Дулидзе провел исследование, в котором попытался найти ответы на эти вопросы. Он проанализировал статистические данные и привел примеры из разных стран. Для иллюстрации того, что политика полного закрытия неэффективна, в исследовании приведены официальные расчеты статистического управления Великобритании. По ним Великобритания в условиях продолжения ограничения неотложной помощи предполагают увеличение числа смертей на 10 тысяч. В то же время ожидается, что через 3-5 лет из-за сердечных и психических заболеваний, вызванных локдауном и изоляцией, число смертей увеличится на 18 тысяч. По мнению ученых, политика локдауна только тогда успешна, когда он длится минимум 12-18 месяцев, до тех пор, пока придумают вакцину. Но даже при этих условиях такая политика вызовет серьезные социальные сдвиги. Это коснется категории людей, которые не инфицированы коронавирусом, но имеют другие проблемы со здоровьем и нуждаются в медицинской помощи. Они не смогут получить ее, так как вся система переориентирована на COVID-пациентов. Безработица, образование. Много вопросов остается открытыми. Лаша Дулидзе считает, что универсального рецепта борьбы с коронавирусом не существует. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что в странах с одинаковым подходом ситуация развивалась по-разному. Он приводит в пример Японию, где не было изоляции, это запрещено Конституцией. Там число погибших в день не превышало показателя один скончавшийся на миллион населения. Ответ властей по борьбе с пандемией вызывает вопросы у экспертов в области здравоохранения. Они выпустили совместное заявление. В нем говорится, что принятые государством противоэпидемические меры недостаточны. Эксперты считают, что в полном локдауне нет необходимости. Обновление технического алгоритма поведения пациентов, создание и распространение единого руководства для населения, запуск консультаций в режиме онлайн и другие механизмы. Эти и другие рекомендации предлагают авторы обращения. Локдаун не решение проблемы. Надо проводить образовательную работу. Как правильно носить маски, как соблюдать дистанцию и гигиенические нормы. Так должна действовать страна. Ни у одной развитой страны нет ресурсов, чтобы выдержать локдаун в течение максимум 3 месяцев. Тем более, если речь о такой бедной стране, как наша. Наши рекомендации направлены на то, как должна вестись клиническая часть, менеджмент и в целом консолидация сил. Это основа главного подхода. Планируют ли власти ввести локдаун, пока неизвестно. На наши звонки в администрации правительства не отвечают. Эпидемиологи тем временем часто в своих заявлениях говорят о том, что необходимо ужесточить меры.